хотим продолжить вот этот храм до конца, только не крыто, не, вернее, не, смысле, не, не а, стены, вот сюда, а только колонны. Вот что я вам покажу. Вот здесь мы повторяем вот такую колонну, и вот как на углу храма пилон вот здесь. А вот здесь мы еще один ряд колонн, повторяя вот эту колонну. И таким образом у нас получается очень красивая композиция. Карма. И для людей это очень хорошо, потому что люди в обморок падают от жары. И мы, да, мы тут в прошлом году сетку навесили. Здесь будет попрохладнее. Мы это готовим к 2019 году. 200-летию. Да, да, 200-летию Покровской церкви в Судаке. И вот специально сейчас изготовлен проект, и вот мы у вас, как судакчане, к жителю Коктебеля, да, обращаемся за поддержкой, если вдруг чего помогаете, да, как соседи. Вот. Помогли, да, ну, спасибо вам большое. Историю нашу привести в порядок. Готовы здесь праздновать. Да, вот это будет часовня, здесь будет часовня, вот это здание. Это уже будет через год, да? Ну, если Бог даст, да. 20 сентября 2019 года, да, 200-летие Покровского храма. Тогда, в тот год, когда начали строить храм, сюда перенесли иконостас с древней Судакской крепости, там был храм апостола Матфея. И здесь тогда вот началась жизнь православная. Спасибо вам большое. Спасибо.